Эксперт по языку тела оценил последний выход в свет герцогини Кембриджской. Его сравнили с робким появлением Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон на приеме 4 года назад. 37-летняя супруга принца Уильяма становится красивее и увереннее с каждым годом. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила удивительную трансформацию Кейт. Спокойное и уверенное поведение Кейт Миддлтон на дипломатическом приеме королевы в Букингемском дворце резко контрастировало с нервным появлением на ее первом государственном банкете в 2015 году. Тогда Елизавета II принимала китайского лидера Си Цзиньпина и его супругу Пен Лиюань. Язык тела Кейт всегда безупречен и его легко прочитать. Фото с идентичных мероприятий доказывают, что были драматические изменения в ее языке тела и музыке настроения, отметила Джеймс. На приеме 2015 года Кейт была одета в красное платье Дженни Пэкхэм. Он дополнил наряд тиарой цветок лотоса, когда-то принадлежавший королеве-матери, а также массивными браслетами и серьгами. Несмотря на это, по словам Джуди, она выглядела как взволнованный гость, нуждающийся в спасении. В этом году Кейт выбрала темно-синее бархатное платье Александр Маквин. Компанию ему составили тиара «Узелки любви», а также роскошные серьги и колье с бриллиантами из коллекции королевы. На банкете 2015 года Кейт взяла на себя роль довольно беспокойного гостя. Прошлой ночью ее сигналы твердо поставили ее на роль хозяйки. Она выглядела не просто как будущая королева, а почти как действующая, высказалась Джуди. Эксперт отметила открытую улыбку супруги принца Уильяма, ее расслабленные руки. Это говорит о растущей непринужденности герцогини Кембриджской. Она приветствовала гостей, наклоняясь к ним и вовлекая их в непринужденные оживленные разговоры. Ее активные сигналы внимания, увлеченный взгляд, приподнятая бровь говорят об интересе и чувстве юмора. Ямочки на щеках свидетельствуют о том, что она научилась навыкам королевской харизмы, в которой преуспевает сама Елизавета II. Выражение ее глаз заметно изменилось. В 2015 году мы видим прямую линию бровей и ее слегка опущенные глаза. Она выглядит грустной и немного изолированной. На последнем же приеме выражение ее глаз показывает уверенность и общительность. Цитирует Daily Mail Джуди. На первом приеме все в Кейт говорила о недостатке уверенности. Она слегка наклонялась вперед, держала руки далеко от туловища. Это поза очень осторожного человека, который не может справиться с чувством неловкости. А вчера Кейт вела себя так, как будто была рождена для этой роли. С точки зрения социальных событий она продвинулась в своей роли от нуждающегося в спасении к спасителю. Она хозяйка, которая проецирует своего рода заразительную уверенность. Это заставляет гостей чувствовать себя расслабленными в ее присутствии. Она выглядит очень зрелой и царственной. Каждый дюйм ее тела говорит о том, что она будущая принцесса Уэльса и королева. И она здесь именно для этого, резюмировала Джеймс. На последнем приеме поклонники Кейт приметили роскошное кольцо на ее пальце. Многие предположили, что это подарок принца Уильяма. До этого Миддлтон носила только три кольца на безымянном пальце левой руки.